Total Destruction. Так. Ну что можно сказать о первоначальном впечатлении об этой игре? Я должен сказать, что оно достаточно сумбурное. Я бы не сказал, что здесь прям какой-то восторг у меня от всего от этого. Ничего нового эта игра в целом не предлагает. Это все тот же старый Total War. Все те же самые механики. Все то же самое и ничего практически... И не практически, вообще ничего нового нет. Здесь это тот же самый... Это как аддон ко всем предыдущим Total War. Аддон, который посвящен событиям Троянской войны. Древняя Греция. За 4000 лет до нашей эры. В общем... Вообще, вот все то же самое. Абсолютно старая игра. Технологически и концептуально. Новая старая игра. Каких-то критических или кретинических багов за время трансляции я не заметил. Ни выпадов каких-то, ничего тут. Ни крашей, ни текстуры не пропадают, как это было, например, на старте Total War Rome 2. Когда солдаты без лиц бегали или и еще что-то. Графика такая средненькая достаточно. Ну, звук хороший. Вот звук нормальный. Интерфейс так себе убогий. В котором что-то вот всплывает. Постоянно что-то тут мельтешит. Ты вроде бы просто пытаешься навести, а тебе уже тут что-то вылезает. Другое ты уже посмотреть не можешь. Как-то это все на поле боя тоже все в кашу. В общем, вроде бы можно в это поиграть. Особенно учитывая, что игра досталась бесплатно. Но 2000 я бы за это отдавать не стал. Она вот завтра уже будет стоить 2000 рублей. А что? И что тут нового? Ну, если только вы фанат Древней Греции. Так это тот же самый Total War, какой был до сих пор, ничего нового. В общем, как-то так. Игра на троечку, из 5 баллов на троечку, так скажем. Ну так, поиграть на пару вечеров. Ничего нового, интересного вы тут не увидите. Рекомендуется только оголтелым фанатам Троянской войны. Вот эти люди, возможно, здесь найдут какую-то радость от того, что будут управлять Агамемноном, Одиссеем, Парисом и прочими персонажами, которые им очень нравятся. Остальные здесь ничего нового. Тем более, если вы к истории очень далеки, в плане ничего нового не узнаете и не увидите. Вот так вот, в общем, это первое впечатление. А как оно... Ну, я не думаю, что оно изменится и будет каким-то другим что-то. Я, конечно, поиграю больше, чем на стриме в эту игру. Посмотрим, что там будет дальше. В общем-то, принцип-то ясен. Захватывай города, сражайся, строй поселения. В них развивай на это самое какие-то технологии. Рано или поздно ресурсов будет дофига, армия будет прокачанная. Боги будут благосклонными, и все будет захвачено. Финита ля комедия. В принципе, серия Total War именно про это. Но вопрос только в том, что... Мне новые игры для этого не надо. Я, чтобы этим всем заниматься, я могу играть в старые игры. Empire Total War, Total War Rome 2. И... Ну ладно, в общем, сделаем скидку на то, что игра бесплатно роздана, поэтому можно поиграть.
Ну все, короче, на этом я буду закругляться. 2.5 часа я постримил, посмотрели. Мы тут, в общем-то, галопом по Европам. Общее первое впечатление. Обзорный стрим произошел. Так что всем, надеюсь, было интересно, так же, как и мне. А вот. Увидимся на следующих стримах, друзья. До скорого, всем хорошего настроения, отличных выходных. И до скорого, друзья. Все, всем пока.